Как молодой семье приобрести собственную квартиру? Легко. С 1 июля запустили новую жилищную программу «ЖАС Отбасы», выгодные условия которой не могут быть незамечены. Кто может участвовать и что для этого нужно, узнала наш корреспондент Валерия Степчук. Иметь свое собственное жилье мечтает каждый, но не всегда это удается. Особенно тяжело молодым семьям. Теперь, благодаря новой программе, получить квартиру стало еще доступнее. Ставка по кредиту составляет 6% годовых, что всего на 1% больше, чем по программе «Нурлы жер». Самое отрадное, что после 2 лет она снижается до 5%. Участвовать в программе могут молодые семьи, заключившие брак не более 3 лет назад. После открытия депозита в Жилстройсбербанке нужно накопить 50% от стоимости жилья. Это вот первый вариант, если один из супругов открывает счет. За это время на накопление начисляется 2% годовых и премия государства. И второй вариант, это мы предлагаем семейный пакет. То есть чтобы были открыты 2 депозита, на супруга и супругу. Тогда на ваше накопление начисляется 2% годовых, но вы получите двойную премию государства, которая составит не менее 200 000 тенге. Среди преимуществ программы есть отсутствие ограничений по возрасту супругов и по количеству детей в семье. Приобрести жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынке, а также рассматривается вариант покупки земельного участка. Валерия Степчук, Ертас Ахпарат.